Асельхан – инвалид с детства, старшая в семье Мурат Касымовых, в которой есть еще три сестры. Одна из них – 16-летняя Жаныл. Врачи поставили ей сразу 5 диагнозов, в том числе и ДЦП. Моя главная мечта, чтобы мою сестренку вылечили, и мы зажили бы нормально. Мать девушек скончалась 10 лет назад, когда рожала 5-го ребенка. Отец, недолго думая, ушел из семьи. С тех пор все заботы легли на плечи юной Асельхан. Но 3 года назад в семье случилась новая беда. Болезнь приковала к постели бабушку. С тех пор, как я окончила школу, присматриваю за родными. До этого мне помогали сестры, пока учились в школе. Одна вышла замуж, вторая уехала учиться в другой город. Теперь я вынуждена справляться одна и безвылазно сидеть дома, ухаживая за больными. Сейчас девушки живут в доме, который оформил в кредит их отец. Но у него уже давно другая семья, говорит Асельхан. И их дальнейшая судьба зависит от его решения. Чтобы не остаться без крыши над головой, год назад они встали в очередь на жилье. Однако неизвестно, когда они получат свои заветные квадратные метры. 3 года я лежу и не могу ходить. Наша старшая сама инвалид. Постоянно падает, спотыкается, но вновь поднимается на ноги, чтобы готовить еду и смотреть за нами. Мы очень надеемся, что когда-нибудь к нам на помощь придет какой-нибудь большой человек с доброй душой и поможет девочкам вылечиться и зажить нормальной жизнью. Желающих помочь семье Мурат Касымовых просим обращаться по телефону, указанному на экране. Асельхан 8 747 590 94 94.